Посерьезнее, блядь, собрались, нахуй, позлее, парни, позлее. Так тоже пройдет. Все хорошо, блядь, да жестко, нахуй, жестко, блядь, жестко с ними играем, блядь, все будет нас заебись. Они за всех! Или все за одного! Они за всех! Или все за одного! Они за всех! Или все за одного! Братан, всем привет, новый выпуск Дневника Фаната, и сегодня мы в Зеленограде на матче нашей регбиной команды «Спартак Москва». Сегодня у парней первая игра в этом сезоне, новый чемпионат, федеральная регбиная лига и дерби получается, дерби «Спартак-Динамо». Ну, парни будут биться, соответственно, мы надеемся, что победа, а как по-другому, да? По-другому не может быть, только победа. Поэтому небольшой легкий выпуск про регби, если вам эта тема зайдет, напишите в комментариях, и мы приедем на тренировку к парням, и я лично поучаствую там. И получу как следует, наверное, по всем частям тела. Короче, не фанат, Спартак Динамо, регби. Погнали. Сначала семья, сначала коллектив, а потом уже результат придет. Все, братва, матч начался очень бодро, динамично. Много стыков, много травм уже в начале матча. Но настрой у одних, у вторых просто запредельный. Парни из «Динамо», наверное, хотят отомстить еще и за кубок, который был. Но тут по-настоящему накал прям бомба. Поэтому что? Смотрим, пообщаемся с ребятами нашими. А также в конце этого ролика будет розыгрыш. Так что смотрим до конца. Поэтому надо все жестче делать. Давайте, разозлитесь, пацаны. Давай, все, посерьезнее, блядь, собрались, нахуй, позлее, парни, позлее. Так тоже вот пройдет. Все хорошо, блядь, да жестко, нахуй, жестко, блядь, жестко с ними играем, блядь. Все будет нас заебись. Они за всех! Или все за одного! Они за всех! Или все за одного! Они за всех! Или все за одного! Дубль 3. Ежган. Здоровье, во-первых, крепко. Либо мениск, либо связки, либо там. Непонятно что. Короче, сейчас заберут в больницу, будут делать. МРТ, как уже сказал, очень травмоопасный вид спорта. Составы команд «Динамо», ну, столица и ваш. По силам. Как у вас были? Какие противостояния? Ну, самое главное, что мы честно играем. Столица, хоть наш такой, да, один из зличных врагов. Мы очень уважительно друг к другу относимся. И вот именно с точки зрения спортивных, да, каких-то мероприятий, они также не подписывают спортиков, как мы играем своим составом, они своим составом. Что еще у тебя случилось? Поход коленку повредил. Боль хуйня, у меня снова правый болит. Это, блядь, вот, коллеги, блядь, хуйней занимаются просто, блядь. Поэтому, вот, опять же, все кстати силы, бля, я думаю, рубка, бля, как и за пределами, короче, да? Здесь, так, все так честно и, блядь, максимально, блядь, приближенно к условию, приближенно к боевым. Короче, парни, скажу еще раз, в этом выпуске обязательно переходите к парням, вы в социальные сети, подписывайтесь на них и поддерживайте пацанов, потому что парни рубятся реально за ромб.
это не просто слова, как вы можете это видеть. И делают это все своими руками. Команду, по сути, содержат своими же руками. Поддержка им необходима, брат. Самое топ, что сейчас бойкот, вся история. В этом году все свободно, блядь. Вот сейчас мы взяли, играем, неудобная локация. Три оставшихся матча будут на филиале, блядь, центр города, блядь. Обязательно нужно будет приехать и поддержать. Да, реально, вот было бы охуительно, если бы у нас прям полная трибуна. Шиза, только единственное, вот, без фаеров там. Вот, ну ладно, что уж поделать. Будем голосом, значит, поддерживать. Чуть другая культура, здесь нету, значит, это взаимных оскорблений, да. Но регби играет джентльменов, правильно, да, я понимаю? Регби играет джентльменов. Регби играет хулиганы. Честно. Джентльменов и хулиганов. Ну что, брат, здоровья, но мы продолжим смотреть. Лайк Мишане. Номер там, закидывать бабки. Безус бьем. Мишане лайк премиум. Смотрим дальше. Викин драйва. Да. Типа, во-первых, Миша отказался ехать в больницу, сказал, говорит, в Москве, типа, по месту там где-то жительство. Во-вторых, вы сейчас могли видеть, да, парня, отыграли на жаре, на этой крошке. Еще сил есть пошизить. Ну все, конец матча, пока уверенно ведем. Регбийный клуб «Спартак» Москва побеждает регбийный клуб столицы. С победой, мужики! Очередное дерби за нами. Здорово! Давай, иди поблагодарите, идем! Зрители наши! Судьи наши! Команда «Спартак» наша! Ура, ура, ура! Судейство наше! Ура, ура, ура! Зрители за поддержку наше! Ура, ура, ура! Русские! Вперед! Русские! Вперед! Русские! Вперед! Русские! Биты не битого ждем. Друзья, Сергей, тренер нашей команды. Сереж, поздравляю с победой. Парни сегодня большое. Показали дух. Скажу спасибо большое болельщикам, которые пришли поддержать нас. Без этой поддержки бы ребята так не бегали. В первую очередь большое им спасибо. Семьям, да, ребят, которые пришли поддержать. Без них бы они тоже так не бегали. Потому что то, что команда – это семья. Друг друга поддерживаем в любой ситуации, то есть в команде, не команды, должны друг друга поддерживать, уважать друг друга. Это вот наши любимые тренера. Топ заликнули сейчас. Да. С победой еще раз. В первую очередь у нас в стране команда строится на отношениях друг к другу, принципах семьи. Не команда, а семья, можно да назвать. В первую очередь от этого. Второе тоже второе. Сначала семья, сначала коллектив, а потом уже результат придет. Вот запоминайте грамотно. Это слово всех вообще касается, всех, кто где-то так, занимается. Спасибо большое, то, что пришли поддержать. А куда мы денемся? Да. Тем более очередное дерби с «Динамо», которое стало нашим. Поздравляем. Спасибо. Еще приходите, поддерживайте регби. Это хороший вид все спорта. Все ссылки внизу на парней. У них сейчас будет много игр, им нужна поддержка. Поэтому, братва, не сидим дома. А как вот сегодня вы видели, приехали ребята, поддержали. И братве приятно, и, собственно, победа в команде. Все, свидание. Один за всех! И все за одного. Друзья, всем огромное спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. И как я сказал в начале этого выпуска, у нас будет розыгрыш, собственно, регбийный мяч от нашей братвы из регбийного клуба «Спартак». Скоро мы разыграем в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочки перед вами, а также в описании к этому видео. Там мы скоро выложим все, соответственно, все новости, где и как будет происходить розыгрыш. Но этот мячик достанется
кому-то из вас. Всем спасибо, кто посмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. Это был Дневник Фаната.